Для Анапы, как города-курорта, важно, чтобы в сфере услуг и гостиничного дела работали квалифицированные сотрудники. Анапский филиал Сочинского государственного университета уже 20 лет успешно осуществляет свою деятельность в подготовке специалистов для градообразующей отрасли. Туризм, гостиничное дело, сервис, государственные и муниципальные управления, экономика и менеджмент – направления, которые предлагают своим абитуриентам преподаватели вуза. Можно здесь пройти обучение и по программам повышения квалификации в сфере гостиничного бизнеса, экскурсионной деятельности и других. В 2017 году Сочинский государственный университет приобрел статус регионального опорного вуза. И перед университетом, и перед филиалом сейчас стоят очень важные стратегические задачи. Это развитие образования, науки, внедрение инновационных проектов. Мощная библиотечная и электронная база, а также опытный преподавательский состав, имеющий за плечами зарубежную стажировку – все это позволяет университету выпускать подготовленных специалистов. Мне очень нравится учиться в нашем филиале. Я довольна своим выбором. У нас очень активная студенческая жизнь. Богатый выбор иностранных языков для изучения. Студенты старших курсов направляются на практику и международные стажировки. Ребята часто становятся обладателями наград многочисленных городских, краевых и зарубежных конференций конкурсов. Пригласить всех на встречу с выпускниками, которые традиционно у нас проводятся предпоследнюю пятницу февраля. То есть 17 февраля в 19:00 мы всех ждем. Адрес анапского филиала Сочинского государственного университета – Анапа, улица Чехова, 69.